Не прижимай, Евхаки, не прижимай меня. Тут лучше вообще не выебываться. Так, круто. За раза 3-4-5 начинаем мы снимать. Евхаки. Всем привет. Зашел я к Виктору, хочу чаечку у него попробовать. Покажи свою коллекцию чая. Так, короче, есть карамельный с ежевикой, с ванилькой, с шоколадом, с ананасом, с медом. Есть еще всякая кислятина летняя. Есть еще какой-то жасмин. Медовая липа, Spring Melody и ромашка. И это буду я пробовать. Но только не все, я только один сорт попробую. Где у тебя, который ты мне там с пряниками медовыми? В смысле, пряники медовые, это пряники медовые, а чай у меня есть медовый. А, пряники это пряники? Да, я думал, это чай с пряниками? Нет, это будет чай с пряниками. Как-то раз пил чаек, вот наподобие вот такого, Гринфилд. Это получается со вкусом печенек, это молочных печенек. Короче, очень вкусный. Как будто пьешь и как будто жрешь и пьешь. Все сразу делать никак не хочет. Короче, сейчас тебе пряничков достану. Да мне одного хватит. Суть в том, что мы на пляж собираемся. На пляжик собираемся. Да, сейчас поедем на пляж. Будем кадрить телочек. На камеру. На камеру кадрить будем, да? Нет, на камеру он будет кадрить. А я буду это все этого. А посадить его и меня, да, получается? Да. Че ся, пряник. Так, этот Евхаки привез мне. А, это несъедобное, да? Да, это геймпады, которые ты у меня в прошлый раз забыл. Сволочь. Почти я год уже держал голову, у себя. Я уже два раза, блин, генералку сделал. Почти год держал их у себя. Ох, мразоточка. Я генералку сегодня делал. А. Смотрю, блин, опа, ничего себе, у меня деньги-то нету. Думаю, да ладно, давай подгоню Виктору. Его же джойстики. Какой щедрый, добрый Евхаки. На, снимай себя, развлекай, я пока как пакет уберу. Только сверху не зажимайте дырочки, это звук, иначе оглушишь зрителей. Я его лучший друг. В кавычки. Еще 2 месяца, и мы с ним больше не будем дружить. Я сначала попробую у него все сладости ты сожрать, принес, а потом уже. А потом уже буду заканчивать с ним дружбу. Что там шепчешь про меня? Я же пересмотрю. Ой, смотрите, что он мне принес еще. Шоколадки. Смотри, какой. Ну шоколад. Это может, конечно, потянуть на 2,5 месяца. Что месяца? А, ну там сам посмотришь, когда этот. Мне уже страшно, что он там наговорил про меня зрители. Ну там же ничего плохого нет. Сейчас будем чаёк гнивать. А что это за... Что это за... Это спаржа. Asia Fest. Спаржа. Спаржа. А что такое спаржа? Я, короче, такое... Окей, Виктор, что такое спаржа? Это вкуснятина китайская. На вкус как спагетти с сыром. Не надо варить ничего. На ночь поставил воду. Но уже достаешь, хрумкаешь. Мягко, вкусно. Как спагетти с сыром. Опять, что-то мне становится страшно. Он жрет и рубленых китайцев. Да. Рубленых китайцев. Рубленые руки китайцев. Сухарики. Домашние. 50 градусов, 2 часа. Михаил сейчас попробует. Пробуй. Виктор, 8 месяцев и вот. Пробуй. Они воздушные получились. Они реально воздушные. А, это зуб у меня попался, да? Короче, Евхаки, надо сейчас... Сейчас чаюем, собираемся, пиздуем на пляж. Ты опять дырочки закрыл пальчиками своими шаловливыми. Мои пальчики все пальчиком. Надо было тебе палку кинуть. Мои пальчики все пальчиком. Да. Присаживайся. О, мой царский... Пойду-ка я посмотрю на его царский трон. Блядь, ну там бардак, конечно, лютейший. Да я, блин, покажу только трон. Ну, царская подстилка. Потому что жопа горит. Батхёрты там, в интернете всякие мудаки троллят. И у него жопа пердак пригорает, горит. И поэтому нужно подстилочку. Ага. А чё, а я тебе попробую. Я тебе сейчас на шест насажу камеру по тебе. А как ты это? Сейчас всё будет, не очкуй. Я сутулюсь-то. Не этого и, блядь. Сейчас мы еще обдувчик сделаем, чтобы тебе, блядь, не жарко было. На тебе салфеточку. Ну, обдув-то хорошо. Ой, что-то жарко реально, блядь, на улице. Пиздец, не говори. Сейчас, пока ехать будем, трижды охуеем и проклянем вот пакетик, если что. Так. Не, я ее съем.
пакетик, говорит. Короче, так, и вкати. Не, не, ты садись, ты сиди. Пыточная только началась, короче. Так, только не, это не, не сильно. Ну как? Да на нем, блядь, мой. Давай его с собой возьмем на пляж, а он такой охуенный. Вот там, видишь, внизу под столом перекладинка. Ну, да. В нее, не знаю, дотянешься, нет, короче, ногами. От нее слегка, чуть-чуть. Я, конечно, все понимаю, что ты меня обзываешь, нахуй, коротышкой, но мои ноги, нахуй, куда угодно, блядь, пролезут. Вездесущие ноги, блядь. Да нет у меня. Сейчас, на камерку, чтобы зрителям полностью было видно, блядь, твои кайфы, блядь. Можешь руки назад выставить, чтобы подтесила тяжестью тебя туда чуть хуячило. Так, ну-ка, руки бери. Сейчас надо, чтобы тебя не этого. Ебать, меня так нахуй сейчас растянет, блядь. Он так пресс качает. Ладно, давай я продемонстрирую. Блядь, ну так-то прикольно, но этот... Вот это мне не нравится. Вот смотри, вот когда сидишь, да? Я голову, а нет, вот сейчас, да, это более-менее нормально. Не нравится, что опрокидывается так, назад? Оно вот так вот стояло, и я как будто, блядь, сутулюсь. Вот так вот нормально. Ну, блядь, в принципе-то комфортно. Ноги, да, затекают возле коленок? Нет. Нет? Надо сесть потом, давай я тебе покажу. Ты же меня выше, из-за этого нормально. Давай тебе покажу. Ты сейчас конечно... снимай. Конечно, хороший стульчик. Смотрят и радуются за меня, что у меня наконец-то... Удобный. Не та параша, а нормальный стул, блядь. Вот эту парашу он говорил, что это царский трон для меня. Для Евхаги, да. То было царский трон. Вот, сидишь себе... Ну так-то удобно, в принципе. И видосы втыкаешь, блядь. Прикольно. Без рук, смотри, без рук. Без рук. Без рук. На тебе нахуй оплевуху. Можно еще так сделать, чтобы... Без опрокидываний было. Блокировку ставишь, чтобы он назад не... А я, короче, смотри. А как блокировка ставится? А вот здесь вытаскивается штырь. А-а-а. Он назад наклоняется. Штырь засунул, он не наклонится назад. Все, понял. А я, короче, тогда взял, откинул ее полностью, штырь высунул и ноги еще на стол запрокинул. И пиздец, да? И чувствовал, что-то назад. Я, ой, стой, кресло, подожди. Как пизданулся с ним. Ну, бывает, что. Хорошо, что угла не было у той мебели, блядь. Сними. Висяга лежит. Но. Если бы там был угол, я бы головой так бы шваркнулся. Он разбудит змей. Видите эти сколько проводов? Да. Покажи, насколько он у тебя вообще раскладывается. На 180 градусов. Не, ну ты этот, насколько там сможешь? Хочешь, чтобы я опять пизданулся? Сука, и как я. Это было очень страшно. Такую хуйню повторять никогда не захочу. Ладно, на тебе, все. Вернул, хотел подъебать его. Я думал, он вот не даже сможет. Даже сейчас заблокированный фигур. Да это... Он это... уже просится опрокинуться. Он уже, да, потому что ты-то нифига, вот. Да нифига там... Ну ты большой же, тяжелый. Да, если там здоровенный этот, оператор, или как там их назвать-то, техподдержка. Он со своим здоровенным пузом сел на это кресло, как откинулся туда, блядь, и оно удержало. Ну видишь, как они замечательно работают. Они всю технику стульчатую вот эту знают. Так это, наверное, сидят целыми днями, прохлаждаются. Ну естественно, это же намек был на это. Бля. Все. Как и, короче, давай. Все раз. Было весело. Время сейчас, сними, сколько время. 14:01. На пляже надо оказаться не позднее, чем 14:59. Надо пораньше. Пораньше. На. Поехали. Погнали. Я пошел чай пить. Ты велосипед-то посмотришь? Твой? Да. У меня нету твоего велосипеда. Это что? Да. Сейчас стоим по. У тебя... Давай, я держу, вытаскиваю. А, вон оно где, Михаил. Видишь? Так оно, блядь. Это все, это бородец. Погнулась. Надо ее вообще где-то вот постока. Можно брать такую же трубу взять. Не, подожди, Фай, вот настолько ее нужно углубить. Но если ты ее настолько углубишь, у меня ноги потом не разгибаются во время езды. Ну я понял тебя. Короче, смотри, можно взять трубу. Только видишь, у тебя тут два разных диаметра. Тут-то меньше, тут-то больше. Или ее распилить здесь и сваркой ее удлинить. Металл. Думаешь, дюраль? Плохой это металл, это туфта, он у тебя согнется в этом, и ты его не сможешь же проварить, потому что это похоже... Есть идея,
Или даже алюминий. Сюда как-нибудь, но не может быть это алюминиум. У тебя магнит есть? Мы на рынке вчера проверяли, она не магнитит. Ну, может, это цветмет? Может, цветмет? Ну, это цветмет. Это, блядь, это либо алюминий, либо дюраль. Алюминий, она мягкая, а дюраль, она трескается. У тебя изгиб идет, это металл загнутый, значит, это алюминий. Пиздец. Была бы а если сюда арматуру вставить? Там же, смотри, там же глубоко. Довольно глубоко там. Арматуру вставляем, и она будет держать. С виду на камеру прям такая аппетитная, да? Чё там? Чё там? Влагалище, блядь. Блядь, Евкаки, ну как? Как в этом можно было такое увидеть, а, Евкаки? Да чё? Вы не подумайте, Евкаки не сует куда попало. У Евкаки не хронически, что ли, или чё? Блядь. Кресло не сломай, а то что возбудился уже, блядь. На, сука, на, блядь. А говорится, она девственница говорит, блядь. На, тебе падла, на. Да пиздец. Да не ломай, не ломай. Сейчас сделаем нормально все. Погоди. Все готово. Ну, блядь, я хочу. Только учти, на нас зеленый. Зеленый чай. Не, я вообще решил его не пить. Мне не понравился. С карамелью. С карамелью черный. Ежевика. Тоже черный. Ну как ты себе представляешь, зеленый чай с карамелью. А это простой, да? С ежевикой захотел. Короче, решено было сожрать чаечек с яжевика. Я же Виктор. Схуя ты Виктор. С яжевика, я же Виктор. Ты на это звание не претендуй. Виктор в жилеточке ходит. Стильный. Я посмотрел на себя издалека, на бронежилет похоже. Настоящий стиляга. Ну а то. Ай. Ебать, я... Сейчас тебе салфетку дам. Нихера у нас, блядь, жарище какая стоит. А это что у тебя такое? Где? Биологически активная добавка к пище. Это протеин пью. Ты спортсмен, что ли? Ну а то. Спортлоги кончились, но спорт продолжается. А, блядь, спорт. От того... Отлично, мы укладываемся в график. Там второй этаж есть? Я просто не знаю. Что, в Карачинской возьмем? Подожди, ты из холодильника хочешь? Бери такая. Что, она сильно холодная? Теплая. Да, нормальная, прохладненькая. Срочно греется еще. Так, Евкаки, ну что? Или там уже в улей возьмем? По сосиске в тесте. Такой кадр красиво получится. Блядь. Не фото, а именно видео. Да, я, ну она уже идет. Собственно, вот он магазин «Маяк» у нас в Ленске. Да, здесь все красиво оформлено. Правда, частично, правда, какие-то работы еще ведутся. Но я думаю, они скоро закончатся. Сними велосипеды. Вот на этих железных конях сейчас попрем сначала на рынок, а потом на пляж. Погнали. Спалил. Молодцы, Евкаки. Терпеливо ждет. Верно сторожит велосипед. Пока я жду в очереди. В аптеке. Сломалось что-то? Да нет, некоторые банки же не так не работают же. А. Да, проходит, у меня тоже газовский пробой, а некоторые помню, почему это от терминала зависит. Большой чек.
Перекиси сколько? Одну? Пять. И по 200 мл большие. А, большие? Сколько? Две? Три тогда давайте. Большие по 200 мл. На бассейн. А, на бассейн. Не пить же. Так, а Винарус есть у вас мазь? Мазь? Скажешь, что траксивозину аналог есть. Винарус. А нет, Дитролекс есть? Винаруса нету. А Дитролекс какую-то? Дитролекс есть. Это такой же. Дитрогель называется. 645. А траксивозин? Троксивозин 300 с чем-то. Это Нео. 296. Троксивозин дайте одну. Угу. Здесь наличные. Карта, да? Да. Сейчас с большой подписи. Дам. Большой сейчас дам. С подписи. Да, спасибо. Да, Евкаги, для истории о том, как два опездала решили собраться на пляж. Хотели? И жрали хуйню в сосиске. Да. Мы собирались прийти на пляж 14.59. Ну, короче, решили перекусить и не ходить на пляж. Нет, на пляж в любом случае, да, мы не пойдем, мы поедем. Но с небольшим опозданием. Можем себе позволить, благо карта города маленькая. 8 дней будет опоздание. Сколько? 8 дней будет опоздание. Сказ о том, как два брата-акробата пошли на пляж и добирались в течение 8 суток. Не брать ты меня, а гнида чернозопая. Ох, и мразь, блядь. Ох, сука. Надо что-то хоть тоже цитатку какую-нибудь взять. Придумайте какую-нибудь цитату для Евкаги. Как обозвать эту вот мразоту, блядь. Нацистскую. По-моему, слово мразота уже сюда подходит. Нет, это слишком лацко, блядь, я. Для тебя это как уважительно это, как товарищ начальник, прям. Отсюда вот, да, поедем? Да. Я вчера 10 километров по городу намотал. Туда приехал, туда. Велосипедистов, наверное, 50 увидел. Народ на велосипеды подсел. А я вчера задолбался, блин, Виктора гонять, чтобы он 10 километров нагонял. Это да, подсказывал мне всякие левые маршруты. Ага. Вазины за ним бегал, подгонял его. Кстати, вчера снял на видео памятник наш, и не снял памятник Победе. Или только фотки сделал. Снимали? Я хотел вчера снять на видео, я не помню, снял я или не снял. Я не смотрел это видео еще. Видео вчера уже вышло, а он еще не смотрел. У меня так-то, блядь, дела есть. Какие у тебя дела? Выходной? Один выходной, окей, полтора выходных у тебя, но, блядь, то за глаза уже хватать. Смотри, какая вкуснятина у нас. У меня один, блядь, выходной. Это сегодня, блядь. Вчера я, блядь, заебанный с работы пришел, нахуй, уебался. У тебя полдня вчера рабочего было. Что мне заливаешь? Это лично ваше мнение. А, удобно, когда у тебя сокращенный день в субботу. Ты можешь сказать всем, я весь день впахивал, там я герой. А сам пару часов отработал. Этим я и пользуюсь. Даже не стесняется. Ладно, доедаем, едем на пляж. Я думаю, это все-таки плохая идея велосипеды так далеко парковать. Поэтому лучше их с собой на перевес. Я рекомендую велосипед подкатить. Золотовласый ты, герой. Бессмертник. Все в семечках загадили. Клепанные гопники.
Видал, там какое около пляжное место? Песочек. Охренеть. Что, меня фотоешь? Я, давай тебя сфоткаю еще. С фотиком. Короче, иди сюда. Сейчас пляж гляну, как он там. Видно отсюда, не видно. У меня что, 18-кратное увеличение. Привет, мы из прошлого, который стоим там и тупим. А мы здесь уже на пляже развлекаемся. Давай помашем ручками. Себе давай помашем. Помаши себе, помаши. Мы еще раз. Помашем себе ручками. Ложки стоят там, снимают. Потные, грязные. Да. Плоховато видно, конечно, но расстояние приличное. Я бы сам бы себя сфоткал, блядь, не впадло нахуй. Я не хочу нахуй эту хуйню, блядь, это отлеплять. То есть из-за того, что она у тебя слегка отлеплена? Она, да, вот, и под ней там пыль, видишь. Ты можешь ее отрезать вот так вот. Отрезать, и все. Не надо отлеплять полностью. Я уже стекло себе нахуй заказал новое. Оно, блядь, придет через месяца два или три. Давай я тебя сфотаю и поедем дальше. Да, вот так вот просто смотри. Зачем на твой? Давай на мой сделаем. На фотик именно. Там а качество ты когда лучше. Когда мне скинешь? Но скину тебе смотри. Вечером же. Вот смотри, вот так вот. Столб. Но. Стелла. Я стою вот тут вот. Ага. Ну, чтоб, короче, зацепило. Ну, уголок сюда и вот это вот. Смотри, как оно будет. Только это видео, сейчас на фото переключусь. Да, вот так. Так, запись пошла? Пошла. Так, самому бы не грохнуться, потому что я уже здесь падал, в детстве катался, когда здесь. Это такая ностальгия нежелательная. Блин, там музыка играет, надеюсь, YouTube не заблочит. Ударка спросить. Кого? Ударка надо кое-что спросить. Насчет велосипеда. Он же у нас знаток. У меня вилка, блядь, шатается. Я хрен знаю, что за херня. Покажи, как она шатается. Надо останавливаться, показывать. Ну давай по-быстренькому. Блин, у меня тормоза хреново работают. Jesus Christ. Вот смотри, Дар, какая, короче, херня. У меня шатаются вот эти, короче, места. Я сначала подумал, что у меня колесо, а потом смотрю, что нет. Вот смотри, короче, зажимаю передний тормоз. Это что-то пиздец. Вот она прям вот тут, блядь, ходит. Видишь? И по большей части еще здесь. Давай на свет вот так вот. Вот тут вот показывай. Угу. Типа она вниз проседает или что-то? Типа сам стакан ходит туда-сюда. А мне кажется, это втулка у колеса не докручена. Ну-ка, это слезь с велосипеда. Как обычно. Во. По-моему, это в колесе не докручено что-то у тебя. Да? А, вот это у тебя слабо вообще, да? Ну-ка, пошевели еще раз. Да, вот она. Вот она. Ах, она сука. Дарк, спасибо за помощь. Разобрались. Дарк, я, короче, теперь твой зам буду по починке велосипедов, по диагностике. Велотерапевт. А прикинь, ты бы сейчас прыганул бы, блядь. Колесом передним. А я бы уже прыганул. Еще бы чуть-чуть и... В общем, короче, Витек спас жизни в Каке, и в Каке теперь у него в анальном рабстве должен быть. В каком? Анальном. Анальном? Да. Ты охуел так пиздец, блядь? Мартышка, блядь. Мартышнюшка. Ух, мразь. Сейчас камера отключится, и в Каке получит премию. Оскар, блядь. Премию Дарвина. Виктор, Маш... О, ты посмотри, Дарк вообще рулит, Дарк рулит. А ну-ка. Вот так вот. Ну, стаканы все равно у меня ходят. Все равно чуть-чуть есть ходу, да? Да, стаканы у меня ходят, но... Ладно, поехали на пляж дальше. Ну, жду ответа от специалиста. Ты круть. Я криво подержал камеру, давай еще раз. Еще раз то же самое. Ждем ответа от специалиста. Дарк руль. Памятник прадеду
хоть на ходу хотя бы снять. А то я вчера хотел снять, и мне почему-то кажется, что я забыл это сделать. Памятник прадеду. С вечным огнем. Еще бы деревья здесь подрезали бы нормально. Продолжаем ехать. Так, что там по времени у нас? Ни хрена не видно. 15:36 уже. Мы все ближе и ближе к цели. Кирилл Андреевич, снимите меня. Кто? Кирилл Андреевич. Почему Кирилл Андреевич? Ну я буду тебя теперь так оскорблять. А так твоего начальника зовут? Так тебя зовут. Так, надо снять пляжик. Ближе, что там, уровень воды отсюда, наверное, не видно будет нормально. Не видно. Ну там, в принципе, можно проехать, блин, насекомые. Скотина какая-то. Тяну на спине? Нет? Летают твари. Взял такой кадр, блядь, испортил, а? И в какие? Тебе не об этом надо думать. Сочный зачетный орешек. Короче, там, по-моему, можно проехать. Поехали дальше сейчас. Я думаю, у нас получится. Там уже, блядь, переходим. Ну там мелко, по-моему. Я сейчас приближу с камерки, посмотрю, насколько там мелко. Я просто не знаю, нам велики с собой брать или нет. Конечно, брать. Не оставлять же их здесь. Хотя можно возле церкви припарковать. Там свято, там не должны воровать. Вот машина проезжает, но... я вижу. И колеса там еле-еле уходят, видите, вон. Там колесо даже полностью не скрылось. Но, значит, нормально. Значит, можем даже с велосипедами проехать там. Значит, туда с великами попрем. Ага, погнали? Погнали. Поехали. Поехали, братуля. Аж фотоаппарат горячий от солнца. Это я горячий. Видишь, белая встала? Ага. Такой вид шикарный на пляжик. Сейчас бы шашлычков сюда. Ух, не пиздануться бы, блядь, с такими видосами. Ради контента я не готов умирать. Там мужики все там мухают. Я через руль, блядь, не вылетел. Ты осторожней с такими экстремальными этими. Ебать, у меня аж, сука, как нахуй в заднице, блядь, стринги нахуй залезли, блядь. Пиздец. Ну там мужики, видать, застряли, бедные. Выбраться не могут. Надо будет помочь, если сможем. А надо было думать, прежде чем ехать. Ну да, на иномарке на пляж ехать. Сегодня такой мясистый, водистый. Надо ехать, блядь, на джипе, на УАЗике, блядь, на Ниве. Вон, видишь, умные люди вон, блядь, пооставляли свои машины. Че, он трос лопнул, что ли? Походу, да, въебало что-то. Блядь, такой трос лопнет, до крови может прилететь. По-моему, там, блядь, до отрубленных конечностей может прилететь. Железный, да. Ну это что, думаешь, блядь, не сможет такой тряпочный, блядь, разрез? Думаю, не сможет кость. Сможет, еще как нахуй сможет. Ну хуй знает. Не эксперт. Эксперт. Не, я говорю, я не эксперт. А я эксперт. И в как и эксперт по пиздецам, по пиздюлениям. У нас... И просто по пиздецам. У нас собаку на это... Да под цеком пиздюлей съел. Я съел нахуй. Поехали. Поехали. По пустыне мы идем. Но не с конем, а с Евхакием. Он себя уже селфит себя. Покажи, Евхакий, какое управление? Управление от души офигенное. Я вот, блядь, сплю. А, мне проехаться? Да. Я вот сплю, и мне снится вот этот сон. Я по-моему, не смогу. На самые газы поставь его. Едет. А ты пробуй, старайся. Ты не газуй сразу, ты постепенно, по чуть-чуть, нежно. Так вот, да я даже, блядь, тронуться не могу. Надо на трех колесах и велосипедах здесь ездить. Он даже, блядь, не катится нифига.
Как его мне? Блин, мне кажется, нога уже вздулась. Надо срочно надевать чулочек. Ух, ебать. Видал? В каки? Левая сразу больше стала. У меня уже ноги, блядь, припекает нахуй от песка. До воды осталось немного, сейчас доедем. Километр, километр. Так, сейчас время у нас что? Не вижу ни хрена. А ты, кстати, в них, да, купаешься? Да. И заебись, да? Да. 16:22. Мы уже искупнуться успели. Он же не показывает, да, у тебя это? Кого? А, да, мы успели искупаться. И в каки загорает. И в каки загораки. Загораки. Все, все ебло сгораки, а тело не загораки. Вот, короче, примерно сейчас для девятиэтажки покажу, откуда мы снимали. Примерно оттуда. Привет, мы из прошлого, который стоим там и тупим. А мы здесь уже на пляже развлекаемся. Давай помашем ручками. Давай. Себе давай помашем. Давай, помаши себе, помаши, помаши, помаши. Мы еще раз, еще раз, еще раз. Помашем себе ручками. Ложки стоят там, снимают. Потные и грязные. Да, да, да. Ты что, путь-то взял с собой, нет? Нет, зачем? Помыться. Какие? Пляж засирайки. Блин, там девушка встала, загородила мне девятиэтажки. Там такой кадр, в каке, ты потом посмотришь, охренеешь. Ага, я обязательно посмотрю. Она прям поперек девятиэтажек встала. Я все посмотрю. Мешается. Да блин, уйди ты своими труселями. Ну солнце, конечно, хреновенько, да, припекает? Наоборот, хорошо. Я что-то, блядь, не чувствую привлечения. Я чувствую, только... жарковато, но да. Жара такая умеренная. У меня только, блядь, ебальник нахуй чувствует, что это, что жара и все. И в каке, это всяко лучше, чем если бы была бы невыносимая жара. Мы бы тут охренели с тобой. Да. Сухарики я с собой притаранил. Согласен. 2 часа на 50 градусов. И вообще отлично получится. Можно я сниму тебя? Сейчас. О, там батарейка как раз скоро кончится, давай. Успевай, лови момент. Получается, есть мультик, называется «Балу». Кто-нибудь помнит, как он чесал себе спину об этот, об дерево там, об пальму? Ну, я нашел «Балу». И я нашел его ногти. Ими можно... Он нашел! Нашел, что снимать. Ими можно, блин, не только чесать себе за ягодицами. Между ягодицы спину, блядь. И в каке все, пошляги. А он еще, знаете, что говорит? Я что-то понять не могу, у меня почему-то рвутся носки в районе пальцев. Не рвутся в районе пальцев, в районе стопы. Стопы, ага. Ну, конечно, они там пилятся. Ну, это была минутка оскорбления Виктора. Себе педикюр взять. Педикюр? Да. Педикюр? Педикаюру? Да. Пускай ногти меня привезет. Кусь-кусь. Да. Нихуя, там реально можно, да, блядь, на охоту можно ходить, можно, блядь, ебашить. Приманивать медведей. Да. Да они, наверное, даже тебя, блядь, не перепутают, за своего примут. Ух, в каке. У меня посмотри, блядь, ты посмотри у меня. Ну ты у нас такой особой ориентации, ты у нас следишь за собой. Ты хуёл, блядь. Удел, блядь. Пусть твоя подруга поздоровается. Тоже будет участницей видосов. Поздоровайся, глянь в камеру и поздоровайся. Я? Да. Поздоровайся. Ну поздоровайся. Засмущалась. Она нам столбик показывает. Что, все, да? Ну все, теперь жди себя на видео. На ютубе. Надо. И это не я. Это не я. Это все он. Это Витя. Это Витя все. Ага, конечно. Ну видишь, как и подставил человека. Хорош. На него можно все скидывать. Положить, да? Поэтому он и хорош. На той стороне хорошо тоже. Только там вода ледяная. Из этих ручьев горных. Куда еще? Толкучка такая, что просто жесть. Что сейчас чуть Нива не опрокинулась, вот так вот едет внизу.
здесь еще бы чуть-чуть и укатился бы кувырком. О. Вся элита города Ленска, все хотят искупаться, несмотря на запреты. Время сейчас уже, видно, не видно, 17:16. Сейчас до своих поеду, от них в 9 уже домой. Видос, наверное, уже только завтра санедерится. Сейчас переоденемся и поедем. Че, как, скажешь что-нибудь? Я скажу, что это было потрясающе. Несмотря на знак сзади меня. Айфхаки. А? Было потрясающе, несмотря на знак против меня, за мной который. Да. Это же я его, блин, нарисовал. Надо было еще, блин, да, писать Виктору, код воскрешен. Тогда бы все Виктора Ленска собрались бы. Ну, кто велосипед припарковал? Тоже спортивный. Короче, вот на этой звезде велосипед меня сейчас выкатил оттуда, снизу. Вообще без проблем. В легкую. Единственная проблема, что переднее колесо слегка задиралось. Ха. Так, переодеваемся. Вот это. Кого? Ха. Че ха? Ядрик колотить. Что это такое? Тебе велосипед не слушается. Да, это я на велосипеде когда прыгал. Так, ну переодеваемся и попиздили. Наверное. Там коровы или лошади пасутся. Лошадки, лошадки. Лошадки бывают кусачи. Там одной лошади хорошечно. Целый прайд лошадей. Да, пешил. Да, вообще увидел, наверное, два пидора едут на велосипедах. Воу. Ну, один пидор. Да ты охуел. А что ты тогда не общаешься? Ну потому что мы вдвоем, там до этого пара была на велосипедах, пара была на квадроцикле, пара идет по берегу, а мы с тобой двое едем на велосипедах без девок. Ну где же вы, девчульки? Я, наверное, осталось, наверное, полмесяца. И в Хаге все хочет разорвать дружбу со мной. Блять, кочка. Специально подставил меня. Прижал меня, сука, чтобы я в кочку уэтовался. Вот ты не шути так, придурочек. Сука, и на меня, блядь, рулишь, придурок. Я не рулил на тебя, я ехал прямо. Я отъехать, а ты, сука, на меня попёр. Не, тебе на поправах нельзя. Чуть-чуть не ёбнулись, короче. Два толпоёба, блядь. О, уже до Ленских событий доехали. Там уже недалеко до ульи осталось. Я жрать уже хочу. Мясца какого-нибудь. Не прижимай, Евхаки, не прижимай меня. Сейчас машина едет, тут лучше вообще не выебываться. Айфхаки, айфхаки, скажи, как ты думаешь, если смешать апельсин, грецкий орех и молоко, это получится, во-первых, вкусно, а во-вторых, обдыщешься ли с этого? Я думаю, это будет гениально. Ты сейчас это попробуешь, приедем. А я завтра выйду на работу? С трудом. С трудом. Шикования у меня в общаге были, когда я 3000 в месяц выживал. Да, шикования были. Короче, вот оно, это чудо. Апельсин, молоко, грецкий орех. Да я думаю, так и должно быть. Открывай, где твой стакан? Мой в раковине стоит. Так и не помыл мразотина. Ты, сука, так и не помыл мразотина. Ну как ты открываешь их? Ну, блядь, что я, блядь, сделаю, если ты, блядь, самую... Рукожоп? Рукожоп. Не рукожоп, а самую хреновую купил. Пачку. Рукожоп. Наливай боком, чтобы она это не пролилась.
А, ты хочешь мою реакцию запечатлеть? Нет, я хочу... Как же ты не пролил? А я хочу, чтобы... Пол без того грязный, а ты... Ну кто ж так наливает? Ну Евкакий! Евкакий! Это специально, чтобы позлить его. Ну хомразотий. Я нахуй. Все, можешь пробовать. Ну давай, Евкакий, реакция какая у тебя будет на это чудо? Потом у нас еще раз. Ага. Грецкий орех, апельсин, молоко. Ну чё? А теперь для не рукожопов правильно, как наливать с таких этих хуёвин, чтобы не пролить. На 3,5 из 5. Да ты охерел на 3,5. Да. На 3,5. Молоко нахуй простое, блядь, и то нахуй вкуснее, чем вот эта вот дичь. Ох, и в кайфе, хоть бы из приличия сказал бы, что Витёк охуенно, блядь, выручил, жизнь Витёк спас. Витёк говяна! На первый раз попробовал, вообще охренел, ничего себе вкусно как. Это не то, что надо пить после пляжа. После пляжа надо пить холодненькую водичку, минеральную. Ох, эстетика, а. Чего не сказал, я бы волей купил бы. Ой, блядь. Ладно, короче, сейчас собираем, жрём, собираемся и разъезжаемся. Зуботычки есть? Есть. Дай мне зуботычку. Сейчас. Чё напоследок хочешь сказать? Видос. Напоследок? Пока батарейка не села, она уже садится, давай быстрее. Батарейка села, посел, пока. Спасибо, что вы смотрели нас. Это был Евкакий, это был Виктор за кадром. До новых встреч, пока. Бонус-контент. От Пиратыча. Пират, пират, пират. А, Пиратыч. Сратыч, мразотыч, паскудыч. Пират. Гранидыч. Живой. Живой и невредимый. Пират. Голос. 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 Охреневший, уставший. Опять воды не налили ему. Сейчас нальем. А у нас тем временем обновка бани. В прошлом году обшивали ее. В этом году приделали туда, да, это каркас от теплицы, но не для теплицы, а для кое-чего другого. Сама баня внутри по-прежнему без изменений. А вот дальше здесь, у меня зимнее видео есть, где я снимал эти места, и все льдом поросшее. А дальше у нас тут стена была, но теперь бассейн, вход точнее в бассейн. Вот краник. Нет, не Пашкин краник. Краник с подачи холодной воды. Часть воды туда уходит, а часть воды в бассейн. Ух, вода холодненькая. Это надо после бани уже. Градусов, наверное, на 5 холоднее, чем на речке. Все-таки не хватает ей температуры прогреться. А вот и батарейка садится. Последние пару кадров. И сейчас само все, наверное, отключится. А тут у нас бонусом на севшую батарейку вид темнеющего неба, но с подсветкой с того места, где солнце не должно светить. Вот такая красота под вечер. Вот там солнце садится, а здесь должно быть темно. Красота. Красота.